Творить добро своими руками решили дошколята, их родители и воспитатели столичного детсада «Эрудит». Вместе они посадили целую аллею деревьев и кустарников в подарок жителям микрорайона «Волжский-3». «Твори добро» – это не просто экологическая акция. По благоустройству микрорайона считают педагоги и родители. Это настоящий праздник добра. Меня Ольга зовут. Я мама Сережи. Это очень, очень хорошее дело. Вот ребенок сам принимает участие в труде. Для него он какое радостное событие, что он посадил дерево. Потом будет он с участка смотреть, что эти деревья растут, которые он посадил. Да, Сереж? У детей на этот счет есть свое мнение. Ну, чтоб яблоки росли. Чтоб был кислород, и мы дышали воздухом. А чтоб был город зеленым, красивым. Цветущий город-сад – мечта каждого малыша. И кто знает, может, благородное дело и в самом деле станет примером для взрослых горожан, которые возьмут, да и посадят такие аллеи в каждом, без исключения, столичном микрорайоне. А пока ребята дали слово, что будут каждый день ухаживать за своими зелеными друзьями вместе со своими воспитателями. И когда-нибудь наш воспитанник, который посадил это дерево, подрастет и придет сюда уже со своим ребенком. Возможно, тоже будет досаживать в эту аллею дошколят новые деревья. И так с каждым деревом наш город будет все красивее, зеленее и чище. Вот так аллея дошколят стала еще одним зеленым арт-объектом, украсившим городской ландшафт. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика.